Как симметрично убавить заполненные ячейки филейной сетки? А как же сделать вот такое ступенчатое убавление, если по краям у нас заполненные клеточки? То есть вот таким вот образом. Можно, конечно, связав вот последнюю клеточку, вернуться соединительными столбиками. Но это будет утяжелять вязание и не будет симметричности. Вот здесь, как вы видите, практически одинаково, вот что конец ряда, что начало. Давайте посмотрим. Значит, нам нужно, чтобы вот эта вот ячейка у нас была последней. Для этого вот этой ячейки у нас не будет, это у нас будет последней. Вот предпоследняя ячейка. Здесь я вяжу 2 воздушных петли и столбик с одним накидом не довязываю. На последней ячейке вяжу еще 2 недовязанных столбика с одним накидом. И над столбиком с накидом, вот последним, также недовязанный столбик с накидом. Итого у меня тут получилось вот 4 недовязанных столбика, ну и 1 петля, которая была на крючке. Закрываем все эти столбики по принципу тунисского вязания. То есть сначала я провяжу 1 петелечку, дальше 2 последних. Вот мы получили ступенечку и оказались в нужной точке. Здесь обычную заполненную ячеечку вяжу. 3 воздушных петли, 2 столбика над воздушными петлями и столбик над столбиком. То есть все совершенно обычно. Давайте еще разочек, поскольку хитрый такой способ. Нам нужно, чтобы вот эта вот последняя ячейка была ступенечкой. Значит, 2 воздушных петли, недовязанный столбик с накидом вяжем над столбиком, еще 2 недовязанных столбика, последний столбик над столбиком, вот предпоследние ячейки, и закрываем по принципу тунисского вязания. Сначала 1 петлю, потом попарно, пока не дойдем до последней петли. И вот мы получили вот такой вот красивый край с заполненными ячейками. Все очень, по-моему, получилось симметрично и аккуратно. Если бы мы возвращались вот здесь вот соединительными столбиками, было бы не так ровненько, было бы вот утолщение через ряд с каждого края. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много идей, так что впереди вас ждет много интересного, новые узоры, новые схемы. Удачи вам и легких петелек!